Открытый кубок главы города по кикбоксингу прошел в Ульяновске. В новом дворце единоборств собралось около 300 спортсменов. Поединки в дисциплине «Фулл контакт» шли в четырех возрастных группах различных весовых категорий. Юношеские, юниорские, а также среди спортсменов от 2005 года рождения и старше. Первый бой я более интенсивно работал, все время бил его в основном. А второй и третий раунд я более выдергивал, более техничнее работал. Я его выдергиваю, встречаю ударом, и он пропускает. За этот удар мне дают очки. Кубок на имя главы проходит уже в 7-й раз. И мы этот кубок будем поддерживать, потому что вы видите, сколько много ребятишек увлекается этим видом спорта. Это первые масштабные соревнования в стенах нового спорткомплекса. Победители кубка впоследствии войдут в региональную сборную. Кроме того, по итогам соревнований Федерация кикбоксинга области отметила особой наградой самого юного участника турнира, а также атлетов в номинациях за лучшую технику и за волю к победе.